Добрый день. Сможете пропустить меня, нет? Или как-то? Да? Хорошо, спасибо. Да. Да, вот, туда налево. Да, спасибо. В это место мне подсказал Денис только что. А, да. У него прекрасные, роскошные усы. Побольше ваших, кстати. Да, они у него пышнее. Пышнее, да. У меня борода больше. Да, это неоспоримый факт. Да, пару водных слов. Вас Денис, наверное, из кофейни отправил. Да, из кофейни. Да, у нас недавно в кофейне устроился. Вот, в общем, пару водных слов касаемо этого места. В первую очередь, это, конечно, живая парадная. Там вот за всеми дверьми, которые вы видите, там находится квартира, живут люди. Поэтому у нас единственное просто правило – это просто не шуметь, нигде ничего не разрешать. Касаемо самой ротонды, вот на том балконе можно продолжить традицию этого места, написать там какое-то свое желание, потому что раньше надписи, которые здесь вот повсюду были, вот по фотографии можно посмотреть, большая часть этих надписей, она была именно желанием. Ну, так вот она просто повелась, ну, такая традиция. Фотографировать, снимать, пожалуйста, можете фотографировать. Если будут какие-то вопросы касаемо этого места, можете просто ко мне обратиться, я на все отвечу. Ну, единственное... Сейчас, секунду. Да. Потечение у нас по свободной цене, поэтому потом можете оставить, сколько сами посчитаете нужным. Вот у нас а если я вам оставлю есть, либо... совсем мало, вы не очень обидитесь? М? Если я оставлю совсем мало, вы не очень обидитесь? Да нет, нет, вообще без проблем. Можно там и по номеру телефона. Могу сразу сказать, да. Тоже, да, перевести, конечно. Да, хорошо. А так, собственно, да, пожалуйста, можете ходить, осматриваться, спрашивать. Вопрос только один, что это за место, и все, больше нет вопросов. Ну, с какого перепугу это... интересно с чисто архитектурной точки зрения. Ну, да, потому что это все-таки достаточно уникальное архитектурное решение по поводу того, что это единственная ротонда, которая находится внутри здания, и ни до, ни после никто ничего подобного не делал. То есть она мало того, что единственная такая в Петербурге, так и в целом в истории европейской архитектуры никто ничего подобного не предпринимал. Вот. А для современной истории это место известно
благодаря своему какому-то культурному богатому наследию, культурному какому-то статусу, потому что в 70-е годы, на тот момент здание было просто обычным жилым домом, да. Здесь была импровизированная, так скажем, концертная площадка. То есть все это место использовалось как концертная площадка. И тут, собственно, собирались питерские музыканты, вот еще как раз вот на заре вообще своего становления, то есть задолго до Ленинградского рок-клуба, до того, как это вот ушло в широкие массы и всякое такое, то есть когда все это было только в подпольном состоянии, ну, я имею в виду, конечно, русский рок и панк, вообще вот как культурные феномены. Ну, как же люди реагировали на все на это, если это жилая парадная была? Люди реагировали на это таким образом, просто один из жильцов на тот момент времени, он был вхож во всякие такие диссидентские, контркультурные круги, он здесь сам как бы это все предлагал и устраивал. Вот, я уж не знаю, как этот человек с другими жильцами договаривался, но да, факт в том, что изначально все вот это вот начал просто один из жильцов. То есть он был вхож во всякие такие диссидентские тусовки. Вот. И, собственно, тут вот выступали все питерские музыканты того времени, которые вообще могли, в принципе, существовать, потому что одна тусовка была. То есть это, конечно, и группа и кино, аквариум, аукцион, кинчев, звуки му. Вот, в общем, кто только не выступал. Вот, помимо этого, тут выставки художников проходили, там писатели с поэтами в целом проводили какие-то мероприятия. Вот. А уже с середины 80-х годов Ротонда в целом стала таким популярным местом среди питерской молодежи. Сюда уже приходили не за концертами, а просто чтобы посидеть, пошуметь, выпить и так далее. То есть это стало таким в целом культовым местом, где люди просто собирались вот вообще круглосуточно, делали, что хотели. При этом, конечно, какая-то концертная деятельность, она не прекращалась, потому что концерты были и в 80-е, и 90-е, и нулевые годы, то есть тут тоже и позже этого, то есть кого тут только не было, там, конечно, там, вплоть до гражданской обороны. Вот. Ну, то есть, типа, было место всегда на виду и на слуху. То есть это вот такое, как бы, культовое питерское место среди молодежи того времени, так скажем. Но это все можно вот хорошо отследить вот по фотографиям, которые у нас вывешены за разные периоды, ну, с разной эстетикой, с разными моментами, которые тут происходили. Вот можете походить, посмотреть. Впервые слышу, да, об этом вот, месте. Что, да, вот, удивительно. Вот в таком ключе для современной истории это имеет место быть. Ну, скажите, пожалуйста, а это как-то зафиксировано где-то? То, что вы сейчас сказали и так далее, вся эта история. Как-то с точки зрения полиграфии. Книжка, может, какая-то есть или что-то еще. Ну, мне вот просто интересно. Я не очень понимаю, что вы говорите. Вот я сразу же вас слушал и сразу же вспомнил о пословице русской. Ага. Никто не забыт, ничто не забыто. Получается, ага, все забыто и передается, так сказать, устным способом. Да, ну это так? Далеко не забыто, но это... Я ни разу не слышал об этом, хотя я... Да. Здравствуйте. Но это не забыто в каком ключе. Ну, я ни разу не слышал. Не хочу сказать, что я интересовался. Я не интересовался, ага, но это не на слуху, это первое. Второе, то, что рекламы этого нету. Ну, конечно, а с чего бы еще и реклама должна быть? Это, то есть, не какое-то... Значит, назначение этого места весьма да, такое тонкое, скажем так. Деликатно. Нет, ну, не могу если, сказать. Конечно, прочитаете там какие-то книги там а если смысл рекламировать, по ленинградскому андеграунду, то конечно, да, оно часто мелькает и часто попадает. Но вот в частности, вот, например, вот эти вот две фотографии, да, их на самом деле больше, но в частности, например, вот эти фотографии. Это вот фотографии, ну, не просто Ротонды начала 90-х годов, а это фотографии, которые сделал известный питерский фотохудожник Александр Петросян. Вот. В чем, в частности, вот, оно много где мелькает, то есть тут вот есть фотографии из фильмов, из всяких такого вот, вот вплоть вот до, собственно, 80-е годы, вот, пожалуйста, Борис Гребенщиков. А где он здесь, в центре? Это вот нет, это вот сидит вот на вот этом вот балкончике. Это не он ли? Да-да-да, вот, в центре Александр Гребенщиков. Да, интересно. Да. Сидит он где сидит? Вот он на вот этом вот балкончике, вот на этом, то есть балкончике, это вот этот балкончик, да. Это вот он как раз вот на зайке. Конечно, фон немножко размытый, но в общем это. Да, ну, это слушайте, черно-белая съемка, да. Фотоаппаратом, да, смена, может быть, даже, кто его знает.
Да, ну и то есть вот в частных коллекциях, да, там каких-то фотографий и съемок нет. Скажите, а вот эта фотография, какого, как соотносится вот с этим местом? Мне вот эти дети, женщины. 70-е годы, да, и смотрите, как часть дом на фоне, как это все выглядело. А тут, конечно, на всех фотографиях от дома. А вот это что такое за фотография интересная, вот с этим портиком? 41-43 год, блокадные времена. Кстати говоря, вот я читал неоднократно, не в одном издании, что Петербург был особенно прекрасен во время блокады. Подчеркнуто было то, что ему никто не нужен. Горы трупов лежат в округе, а он прекрасен. Понимаете, нету связи между городом и людьми. То есть городу люди не нужны. Mm-hmm. Это я читал неоднократно, мне было тяжело эту фразу очень понять достаточно. Но потом я понял, а что это за люди? Ведь 90% это не петербуржцы. И они связи с точки зрения рукопожатности не имеют никакой. Недавно была передача по каналу «Культура», спала пожилая женщина. Вы знаете, меня потрясло то, что она говорила, что ее предки знали Чайковского. Mm-hmm. Вы знаете, что я почувствовал? Ну, знали прекрасно, да? А я почувствовал связь, вот то, что я смотрю на нее сейчас, и как бы связь с Чайковским, что называется, mm-hmm. понимаете? А здесь же 90% людей, которые имели связь рукопожатную с поросятами и с их хвостами, по сути дела. Mm-hmm. И нейронной связи нету у них со мной и с Чайковским никакой. Соответственно, это с городом никакой связи. Только некая насмотренность, как туристическая. А хочу ли я разговаривать с туристом, который не присутствовал вот здесь ни на одной фотографии? Допустим, я хочу читать Льва Толстого, чтобы не читал «Войну и мир» сам Лев Толстой, либо его предок. Это будет гораздо интереснее. Я в этом смысле слова. Понимаете, вот такие вот связи. Поэтому вот... Знаете, я с вами немножко подходил вот в каком аспекте. Я сторонник, может быть, альтернативной точки зрения, да. Если ее можно так назвать. Я думаю, как? Я считаю, что, конечно, не люди формируют город, а интересно. Город формирует людей. Да, я слышал такую точку зрения. Вот. И в этом смысле городское пространство, оно совершенно первичнее для ментальности людей, для их поведения, для их каких-то паттернов и для всякого такого, нежели сами эти люди. Вот. То есть, если мы, конечно, вспомним, то есть Петербург, то кто вообще отстраивал, кто в нем жил? Колхозники. Это совершенно все родилось вообще изначально как некоторый город-призрак. Конечно. Вообще, потому что это просто где-то что-то, да. Совершенно не на чем, на каких-то там болотах. Все люди, которые его строили, которые его создавали, которые тут жили поколениями, это люди, которые здесь, как бы, с одной стороны, действительно на протяжении всего этого момента присутствовали, а с другой стороны, они в этом же смысле и отсутствовали. Потому что эти все люди, которые его строили, то есть если мы вспомним там первые лет 150-200 жизни Петербурга, то есть это в целом-то сам по себе молодой город, это люди, которые практически гастарбайтеры, то есть они там приезжали просто отстраивать, выезжали и так далее. То есть это город изначально строился как некоторый паноптикум. В том смысле, что сюда приезжали изначально посмотреть. Но это изначально посмотреть, это то вообще, что закладывалось в смысл этого города. Потому что по задумке самого Петра, ну, достаточно прогуляться просто по Невскому проспекту, чтобы в этом убедиться. По задумке самого Петра сам город строился как музей под открытым небом. То есть это совершенно не новое название Петербурга. Безусловно. Потому что все церкви, все какие-то дома, архитектура этих домов, какие-то отдельные улицы, все это строилось просто в качестве некоторого такого представления. То есть оно все изначально... Западной культуры, между прочим. Театральные музейные. Да, западной культуры, конечно, не русской. Конечно. Никакого там псевдорусского, византийского стиля, конечно. Он появился позже, не он было. Появился позже, а я всем задаю простой вопрос. А почему? Почему? Простой вопрос. Почему? Поехал бы в Тверь, в Москву, вдохновился бы. Какого хрена он в Лондон поехал? В Лондон, на Темзу, в Амстердам, да? Там еще куда-то.
Ну, России нужны были реформы. Ну, а что же он в Тверь не поехал наслаждаться архитектурой? Или куда-нибудь там, какой там, я не знаю, русских городов, честно говоря, никаких. Там Москва, что там еще? Новгород, вот Псков, Новгород, там, допустим, да? Псков. Ведь до войны Псков не был великий уничтожен. Новгород, да, что же он не поехал? Вообще каждое лето по 10 тысяч раз в Великий Новгород ехать, 2 часа от да? Питера на автобусе. А мы живем как на острове. Обратите внимание, какие города рядом с нами? Какие? Выборг, Выборг, Новгород, Выборг. Да, 200 км, да, ну 150 до Выборга, нормально вообще? Выборг, Мурманск, это да. Все полноценные, конечно, города. Города, полноценные. Это Швеция, да, да, я, да. Конечно, некуда не поехать не даже. Ну, по сути дела. Ну, вообще, я напомню, что это территории, как бы, типа, первые, да. Первые русские территории государственные, так-то, потому что вот в том же Великом Новгороде, который тут, повторюсь, тут да. Не полтора часа на электричке, два часа на автобусе, вот, собственно, там... Вы знаете, я только однажды там был, да, я однажды только там был, я ничего не понял. Я приехал, посмотрел и уехал. У меня там эмоции... Самые старинные... Да, эмоций не было никаких. Самые старинные церкви, это вообще-то... Я ожидал увидеть на фасаде 40 сортов карарского мрамора. Я их не увидел, я видел штукатурку. Я не понял, да меня обманули, что ли? Почему стереотип нет, такой там, был? Да там много чего на что вот можно как-то посмотреть. Я... Ну вот, в общем, там, в частности, сохранилась первая крепость Рюрика. Первый год. Это максимально простые формы все же. Это максимально простые формы архитектурные. Так, надо понимать. Там это. От этой архитектуры, конечно, осталось-то нет ничего да, вообще. Да, там, да, там просто да. Кирпичики на земле лежат. Да, просто да. сам факт именно в этом. Но, конечно, это типа все было так или иначе. Но это очень сложно воспринимать, согласитесь. Это если люди, которые едут, ожидают там увидеть статую свободы и всю башню, ее там нету. Ну, скажем так, по восприятию я имею в виду, да, вау, эффекта вау не будет. Эффект вау будет только у тех людей, кто читал предварительно что-то об этом и кто ну, интересуется историей. Ну, вот именно глубиной, не формой, а вот именно содержанием. Да, а ведь таких людей гораздо меньше. Я не вхожу в их число, честно могу сказать. Мне нужна вот... Наглядность. Вот меня привлекает больше ковка в данном случае, понимаете? Вот я вот понимаю, это начало 20 века, я допускаю, это конец 19-20 века, это модерн, да, вот это, уже, это, да. Это середина 19-го. А, середина 19-го, да? Да, да, да. Вот это мне интересно все-таки, аутентичность такая, сложность форм, понимаете, орнаментальность. Вот это уже такой Петербург. Вот это вот, как правильно сказать, ну не колонна, а вот это вот очень интересная форма вот, понимаю, вот у лестницы. Да, вот это мне очень интересно. Да, вот это, вот это я бы хотел, конечно, посмотреть бы. Вот это интересно, на самом деле. Сам-то дом, поскольку он конца 18 века, к слову, вот он как раз вот появился да. Вот в первое столетие застройки Петербурга, это 1780 год. То есть вот это вот сооружение в 1780-х было сделано. Но все-таки изначально, с какой-то целью эта форма была создана, вот мне интересно. На самом деле тут не просто так. Никакого секрета нету, эта история достаточно банальная. Ну почему-то же эту форму создали. Изначально это, собственно, вообще весь этот дом был купеческой усадьбой. Вот, собственно, принадлежал вот этим вот людям, вот купцу Савве Яковлеву, вот его семье, то есть это вот был просто их семейный дом. Это на самом деле очень-очень богатый человек для своего времени. Много что сделал для города. Тут даже на этой же улице, на вот Фонтанке, которая вот идет туда. Да-да-да. Там на этой же улице несколько соседних домов, они тоже принадлежат, собственно, ему. Они были доходными, но не суть. Вот. И с его стороны постройка вот ротонды, да. Просто вот на углу дома просто вот ротонда в три. Но он чем-то вдохновлялся. Видимо, Италия какая-то. Скорее всего, невидимо, а точно. Скорее всего, ротонда это все-таки Италия. Даже не Франция, я полагаю. Нет. Чем-то он вдохновлялся. Нет, он, знаете, что-то копировал. Что-то хотел взять и перенести, и в этом быть. Понимаете? И испытывать те же чувства, как у оригинала. Это как вот, вот эта фотография, это же картина, но это же фотография, картина, она же для чего висит? Чтобы мы прониклись, да, чем-то, да. Мы же не можем надпись, вот есть такая-то вот штука, которая в музее висит, портрет, да, ведь же фотография, также этот дом, некий слепок чего-то, все-таки, мне кажется. Ну, поскольку этот дом это интересно. В стиле классицизма, да, классицизм это что такое? Классицизм это как раз вот период, моды в архитектуре, который да. Был заточен очень на мощный. Античность.
собственно да, говоря. Да, да, да. И вот эта вот вся эстетика кого? Вся вот эстетика какими-то такими вещами, это, конечно же, исключительно античная эстетика, да, потому что сами, собственно, ротонды появились в античном. Да, 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 конечно. Ну, вот. И, собственно, тогда начали появляться как раз вот все вот эти вот колонны, все вот эти вот ротонды, потому что я напомню, еще на тот момент вот постройка вот такой вот огромной, вот такой вот огромной ротонды, она вообще ни к чему, ни для чего. Да, да, это чисто эстетика. Потому что, да, все хорошего, да, до свидания. Потому что... Вот, извините, это у меня... Самой... Ну, что, страшно, ой, простите, сейчас. Вот незнакомый номер, вот кто это? Алло. Алло. Здравствуйте. А. Ну, у нас беспроводной интернет, у нас не оптовое окно, это на фасаде антенна. Ростелекомовская, в доме модем и роутер. Это стоит 11 тысяч рублей с материалами и с установкой. Это цена под ключ. А какая цена? Можно как-то проверить, что это? Нет, ну, проверить что? Связь Ростелекома? Ну, это возможно, но я боюсь, что вам это финансово не совсем выгодно. Ну, это, если хочется, просто это можно сделать, 1500 рублей это стоит. Мы приезжаем с своим оборудованием, тестируем ваше оборудование и, так сказать, демонстрируем, что может быть и что есть. Если вам это хочется, это большая редкость, но тем не менее, пожалуйста, это 1500 стоит. Да. Ну, да, да. Достаточно редкое явление, но тем не менее. Все верно, да, да, все верно. Конечно, да, безусловно, да. Карта стоит 1000 рублей и абонентская плата 1000 рублей в месяц. За безлимит, за безлимит, сама пластик 1000 рублей стоит и безлимитный тариф 1000 рублей стоит, да. 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 Да, 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 все верно, да, да. Ростелеком, да, ну, в модем любая симка подходит, но там, откуда вы звоните, только Ростелеком работает. Там ни Мегафон, ни МТС. Угу. Ноговая парадная, там вот за всеми дверьми там находятся квартиры, живут люди, поэтому у нас большая дача. Поводу интернета, потом можете оставить, вы сами считаете, можно, по номеру телефона.
Вы не подскажете, а что это за прямоугольник? Вот это вот. На самом деле какой-то вот такой хитрой истории тоже нет. Вообще, предыстория небольшая нужна. В общем, под этим подиумом в целом находится небольшое подвальное помещение. Оно глубиной где-то 3-4 метра и диаметром с этот подиум. В 19 веке оно никуда не ведет, оно такое же цилиндрическое. Вот, в 19 веке это помещение использовали в качестве погреба, там просто хранили какую-то провизию. Вот, в конце 90-х годов вот этот вот люк, который туда ведет, его замуровали сами собственные жители, просто чтобы туда лишний раз не лазали, потому что тут как бы огромное количество народу всегда было. Вот, и, видимо, еще сырой бетон вот, накидали каких-то кирпичей, и вот в частности вот этот самый белый кирпичик. Этот белый кирпичик на самом деле является элементом какой-то керамической посуды, скорее всего, какой-то коробочки. Вот. Зачем его туда всунули, кто, что, почему, это, к сожалению, осталось неизвестно. Но вот с тех пор он, собственно, там находится вот, и привлекает внимание. То есть его всунули еще прямо в сырой бетон. Видимо, да, действительно, кто-то из жильцов. Вот. А зачем, почему, ну, к сожалению, история без ответа. Скажите, пожалуйста, извините, вот там написано, что, значит, экскурсии по парадным. Кто? Где тут? Ну, нет, вот там вот в качестве услуги. А, ну да, у нас тут просто очень много экскурсоводов ходит, я за них душ не отвечаю, мы за них не отвечаем. Да, просто они оставляют свою рекламу, мы не против. Вот пусть оставляют свои какие-то рекламки. Вот. У нас единственное, что Ротонда, вот она отлично от всех остальных парадных, красивых каких-то петербургов необычных, заключается в том, что мы чуть ли не единственная вообще парадная, которая открыта. То есть тут можно увидеть, легко вот, позвонить, зайти. Вот. А все остальные там, к сожалению, не так. Там либо они полностью закрыты, либо туда можно попасть только с собственно экскурсоводом. Вот. А экскурсовод пользуется незаконными вещами. Ну, как правило, просто универсальными магнитами. У меня такие ключи универсальные. Вот. Это дело подсудное, но, к сожалению, так устроен. Серьезно? В Петербурге, да. То есть все вот эти вот экскурсии по крышам, экскурсии в парадные. Это абсолютно на самом-то деле незаконная штука, но все это делают. Ну вот, это вот, к сожалению, вот так вот есть. Туда можно попасть либо только с жильцами, либо с экскурсоводом. А вот так вот, как у нас, вот свободно. Да, я согласен. Ну, только у нас, собственно говоря. Но все-таки сюда надо приходить, понимая, куда ты идешь. То, что я вот так вот зашел, ну вы мне рассказали, я вам благодарен, но, так сказать, личного у меня персонального отклика весьма мало, потому что я крайне мало с этим связан. Вообще, когда вся эта культура, ну, субкультура, не то, что появилась, она появилась давно, когда я появился, скажем так, она меня не тронула, мое сердце ни разу. Все мои друзья увлекались Цоем, и ДДТ, и все прочее. Я увлекался в тот период только Pink Floyd, Led Zeppelin, Rolling Stones, и на фоне них русская культура петербургская, ленинградская, она мое сердце не трогала, ну, более примитивным, там больше смысл, содержание, вероятно, как я подозреваю, отклик должно было находить. Но мое сердце это не трогало, что я не переживал того, о чем они поют. Ни Цой, никто, и до сих пор. Как и Высоцкий. Я не понимаю, вот этот пафос, патетику Высоцкого. Петли дверные, многим скрипят, многим поют. Кто вы такие, вас здесь не ждут. Мне это мимо кассы. А вот Pink Floyd... Британия, Франция, это наше все. Италия, вот это, да, вот это находит отклик. Ну, в этом во мне. Сказывается, интересно. В этом сказывается, конечно, какой-то западный инфантилизм в целом, и он просто на дистанции ощущается таким инфантилизмом, потому что он почему так хорошо сказывается? Потому что он ни к чему не привязан. Конечно. Вот, то есть, типа, мы находимся здесь, там, живем в какой-то актуальной культуре, и мы ее просто из-за отсутствия дистанции просто не можем как-то переживать, не можем в нее нормально всматриваться. Там, для нас это как какой-то повседневностью, поэтому мы ее просто не замечаем. Вот я бы не сказал повседневностью. Я жил, видите, в Пампасах, метро Озерки, уже вот большую часть жизни. Поэтому это не, вообще не Петербург, и отношение к Петербургу не имеет ни малейшего, только территориально, что недалеко до центра доехать, и все. Люди там совершенно другие, а я работал всю жизнь с людьми. Мне достаточно было по телефону услышать голос человека, я мог на 60% сказать, с какого он района Петербурга. А если он из Москвы, я трубку клал. Зачем мне разговаривать с москалями? С какой целью? Чтобы что? Чтобы что-то отдать? Или понервничать? Зачем мне это надо? Да, спасибо. Понимаете? Вот, и поэтому, а те люди, я потом столкнулся с теми людьми, которые здесь жили, они, может быть, волей-неволей, может быть, как-то осмысленно были связаны с этой культурой.
Пушкинская улица, Пушкинская, дом 8, да? Ну, связан. Ну, там больше вероятности связаться с этой культурой, нежели где я жил, на проспекте Культуры. Мягко говоря, по-простому, вот так вот, да? Конечно. В общем-то. И поэтому вот эта связь была, да. Но эта связь была, скажем, больше такая приключенческая. Люди попадались, которые вхожи были куда-то. Я, например, работал у людей, но они с другой культуры, Billy's Band. Но они джаз играли, понимаете? Я был у них дома. Связь, безусловно. Хотя бы я соприкоснулся, как говорится, рукавами с ними. Я помню, я у них спросил, а где вы будете... Это единственное, что я помню, разговаривать с ними. Говорю, а где вы будете через неделю такого-то числа? Ну, и мне нужно было появиться у них. Они так задумались и сказали, в Лондоне. Это было прекрасно. Прекрасный юмор такой, петербургский, я бы даже сказал. В Лондоне. Сейчас рассказываю, что смешного. Ничего. А тогда это было весело. Понимаете? Еще относительно той жизни, которая тогда была в Лондоне. Это был такой глоток свежего воздуха показался мне тогда. Вот. Поэтому место прекрасное, спасибо вам большое. Похоже на римские развалины, ну, да. На Рюрика развалины, понимаете, где, не знаю, что мне сказать, достаточно тягостное зрелище, но оно отражает, возможно, вот эту часть культуры и в гораздо меньшей степени вот эту часть культуры с левой стороны все-таки, да, потому что навряд ли вот в те времена колонны имели вот этот светло-бирюзовый оттенок. Да, конечно, конечно. Это все делали просто обычные коммунальные службы. То есть, да. Рядом на спальнике всякого такого, поскольку дом живой, то да, вот последние там 40-50 лет этим занимались просто обычные коммунальщики, они никого не спрашивали. Там регламент написан так, ну, собственно, как любые другие подъезды, да. В России в целом. Да, конечно. Но, скорее всего, к сожалению, там на исторических каких-то там подтверждений документов нет насчет там внутреннего убранства, убранства самой ротонды. Но то, что вот известно, это известно что? Известно, что, скорее всего, колонны были просто белые, поскольку это, повторюсь, классицизм. Тут то есть, изначально отсутствовали там всякие заведушки, всякое лепнины и всякое такое, то есть это да? Все вот абсолютно минимально. Да. Конечно, этого всего изначально-то и не было, потому что это классицизм, то есть это абсолютная строгость, абсолютно какой-то. А вы знаете, перебью вас, гораздо позже появилась информация, что там в Древнем Риме, ой, в Греции колонны были цветные, этого не знали просто, и поэтому их делали белыми. Да. Ну я так, может быть, не очень точно... косноязычно выражаюсь, но суть вы поняли. Точно так же, статуи, они тоже были цветные. А, да? Кстати, вот это я не знал. Ну, да, я просто недавно об этом услышал там. Да, большая часть статуи, конечно, то есть вот как бы... Загорельненькие были, да? Ну, грубо говоря. Просто как конкретно чистые белые мраморные статуи, это была временная мода. И в Древней Греции действительно были просто белые статуи. Но большая часть из этих статуй, они были разукрашены. Вот. Они разукрашивались, вот, ну... Не знаю, можно сказать, как бы в натуру, так скажем, то есть одежда разукрашивалась в те цвета, которые были приняты, макияж какой-то был, там украшения, да, да, то есть, да. Ну это были выразительные статуи такие с макияжем-то, да, уж как минимум. Да, во всяком случае. Да, они делали все одноцветно, конечно, древний мир, вообще древняя Греция, это было супер цветастое время. Да. Конечно, то есть вся вот эта мода на естественную красоту там камня и так далее, это совершенно недавняя штука, но, собственно, даже конкретно датированная, конечно, 18 век, это классицизм. Да, вот, да. Как вот по Европе это все пошло, и, собственно, в России вот, тоже в том числе, это вот только тогда вот начали делать, вот типа вот, да, фактура камня и вот это вот все, да, это совершенно новая штука, а в Древней Греции, да, все было цветасто, абсолютно. Да, да. Вот. Интересно. Так, да. Так что да, конечно, конечно. Вот, я еще хотел сказать, что вот тут на стенах были оригинальные росписи. Вот, скорее всего, они были росписями 19 века. Да. Они тут под своими шкатулки находятся. До сих пор? Но в целом, да, они существовали, потому что они существовали вплоть до 60-х годов. То есть тут вообще в целом реконструкция вот этого здания, она, конечно, происходила после блокады, да, в 50-е годы, когда здесь там коммуналки делали, вот эти вот все входы-выходы нынешние. Вот. Но до 60-х годов, поэтому просто есть живые
свидетели. Вот, то есть тут до того, как это все просто вот закрасили в какие-то просто монотонные белые цвета, тут была оригинальная роспись. Какая она была? Вот как, по крайней мере, рассказывают, то, что я лично слышал, что на стенах, вот снизу доверху, включая вот второй этаж, то есть вот на вот этих вот всех проемах, вот вплоть до купола, он всегда вроде как бы белый, вот на вот этих вот стенах, и на втором этаже, и вот на нулевом, изображались флористские какие-то орнаменты в таком... Но это уже ближе к стилю модерна. В таком, да, то есть это был такой как бы примитивизм с примесью вот чего-то такого, да, вот модернистического. В общем, да, повторяли какие-то вот традиционные, более-менее флористские орнаменты с изображением мифических существ и животных. Вот то так. Есть тут, да, тут были цветы, животные, мифические существа различные. И, как ни странно, они были в золотом цвете, то есть в виде золота. И вот это уже интереснее, слышите? Да. В виде, ну вот, как бы цвета васильков, так скажем, какой-то голубой фиолетовый. Золото, вот, просто, да. Просто что рассказывали? Рассказывали, что вот на вот этих вот белых проемах, вот на... Да. На втором этаже, да, вот есть вот как бы просто вот эти вот зелененькие, бирюзовые, да, вот есть вот просто белые вот эти вот проемы. Ага. Вот, вот на вот этих вот белых проемах там лежит кафель. Кафель? Белый. И за что? Он просто заштукатурен. Белый кафель, он заштукатурен, но там лежит белый кафель. Интересно. И вот как раз вот на этих вот, на этом вот этом белом кафеле, да, как раз вот изображены вот эти самые васильки. На кафеле. Вот. И, скорее всего, это действительно все было в едином, как бы, стиле. Да, да, да. Золотые, это меняет дело. Золотые бисельковые. Просто на это еще указывает, мало того, что я, собственно, услышал живые свидетельства того, что действительно вот раньше, еще до 60-х, так сохранилось. Просто в некоторых квартирах до сих пор сохранились изрисовые печи, которые вот ровно сделаны в таком же стиле. То есть белый, да, кафель, да, и да, васильки. Да, да, да. И васильки. И, скорее всего, это роспись 19 века. Вот, то есть она вот в 19 веке действительно тоже выглядела разрисованной. Но вот то, что лепнины изначально не было, и то, что колонны белые были изначально, скорее всего, это вот было прямо с самого момента постройки. Вот. Так что вот, ну, вот все, что могу сказать на то внутреннем убранстве, которое здесь было. Так что вот так вот. Да, интересно. Спасибо вам большое. Да. Спасибо большое. Фотографии кирпичей, почему-то этот самый товарищ здесь. Да. Пойду я обратно к Денису, поблагодарю его за то, что он меня, так сказать, направил к вам. Вот. Тем более, я сейчас иду в этот самый Упонтруш. Обожаю это здание. Ну, это магазин, да, вот императорская одежда. Там, конечно, то же самое, все снесено. Внутри там была швейная фабрика, была, по-моему. Долгое время я ходил. Вот. Ну, что-то туда тянет каждый раз меня. Модерн. Вы знаете, это у нас что по модерну? Это дом Зингера, да? Такой Елисеевский магазин, купцов Елисеевых, да. И Упонтруш. Третье такое здание мощное. В стиле модерн, такое помпезное. Я бы даже сказал, в стиле ампир. Да не ампир, но вот с точки зрения такой, знаете, величественности. Вот такое третье прекрасное здание. Вот, пойду туда. Все. Спасибо вам большое, Кирилл. Да. Все. Спасибо. Не зря я зашел. Пойду. Да, да, всего хорошего. Всего доброго, да. До свидания. Так, сюда. Здравствуйте.
До скольки вы работаете сегодня? До 20. Хорошо, спасибо.